Всем доброго дня. Плюс 8 и дождь. Да, вот такая летняя погода, абсолютно летняя. Сегодня в Сокольниках провожает команды «Родина Москва», «Рубин Казань», «Мелбет». Первая лига. Да, болельщики из Казани. Последняя игра сезона для «Рубина». Серия из 7 побед подряд позволила «Рубину» с первого места с чемпионским апломбом вернуться в премьер-лигу. Вот, Ира Штрахимов, такое очень теплое приветствие. Долгое такой небольшой разговор между ними состоялся. Пожелали друг другу удачи. Начался матч. Ну и еще мы же не знаем, в каком состоянии Иван Тимошенко. Камышев сразу на предупреждение. Подача Кабутова мягкая, удобная, и добивания не будет. Не успели замкнуть. Там Митков, понятно, по амплуа. Вот его показывают сейчас. Желтую карточку очень важно было знать. На скамейке Казанцев. Удар Попов слева и не падает выше ворот. И там Андреев направо. Байтуков. Правый край включается. Подача. Андреев. И вот это момент первый. Так, поднимается-то флажок, да, кажется? На обровке или нет? Нет, там удар от ворот назначен. От ворот, значит, был шанс у Родины. Ну, очень хороший. 29-я минута. Ну, играл за «Спартак» против «Тоттенхэма» в Лиге Европы при Лаудрупе с Дзюбой против Модрича. Удар в девятку. Перекладина, Лисакович. А Ломовицкий. Ломовицкий, да, прошу прощения. Вот это момент ищей. Какой же классный с левой ноги сейчас пушечный выстрел в планку. Да, еще сборная России потом была. А здесь перехват какой? Кабутов с мячом в штрафной будет простреливать. Опа-па-па, Сангаре. И там дальше Байтуков спасает. Сейчас сам выдыхает чуть ли не на весь стадион. Фу, 44-я сейчас. Руслан Байтуков тоже не играл в этом году. И сейчас Алексей Грисаенко сыграл, отработал. Горбунов в центре. Тоже претензии были большие к Игорю. И жопа третья. Вторая, Камышева, удаление. Вот это вот интересно. 53-я минута. 8 минут отыграл Илья Камышев, пришедший по ходу сезона уже из «Химок» в состав Родины. Загоев, который сегодня вне заявки из «Отов». Это невероятно креативный центр. Сангаре, добивание будет. И Митков не попадает и не поднят флажок. Сейчас Сангаре с претензиями, что пошел соперник. Как не забил болгарин-то, наш любимый нападающий. Себя на этом уровне проявляет, и это уже хорошо. Момент может быть сейчас. Удар в дальний, не попадает. Было близко. И Янович не доставал уже там. Уже тоже как зритель он уже упав, наблюдал. Кирилл Колесниченко-то с правой бровки пришел в штрафную и здорово брал под правую, пробил хорошо в дальний. Но теперь уже такие условности имеются, поскольку 11-10. Кабутов, подача, удар, и забивать нужно было. Не попадает сейчас по воротам в дальний угол Лисакович, да. Борьба продолжается, лучших снайперов. По 14-й момент был какой сейчас у Тимошенко. Что 15-й забить. Он же бил или кто? Или Клещенко? По-моему, Клещенко все-таки. Показывают нам Клещенко. 83-я минута. Сейчас проверю, конечно. Ну да, делят они или Гузина, да, побеждает в этой Сангаре. Дуэли. Сангаре. Ну тут еще вот, да, все, свисток от Алексея Сухого. Главный судья матча говорит нам о том, что 0-0. Парфенов, Рахимов рядом с полем обнимаются. Ковтун бесчастных тоже. Так, Родина идет в стыке. Родина играет с кем-то из премьер-лиги.